Всем привет, это Крикуб. Как можно заметить, вышло новое обновление в Бедварсе. У нас появились тыквы, и это у нас второй сезон. Давайте сейчас я зачитаю, что у нас появилось. Сезон второй плюс Хэллоуин. Добро пожаловать в Бедварс сезон 2. У нас появились новые киты. Это у нас Арес, Рыбак, Траппер, Джек и также Гомпи, охотник за привидениями. Также появились изменения к самой игре, а именно добавили улучшение под названием варочная стойка. Теперь мы можем покупать различные зелья. Добавили раздел амуниция, там мы можем купить мечи и также арбалет. Далее добавили вот эти вот все зелья, улучшение для генератора, которое будет спавнить алмазы. Очень крутая вещь. Раньше можно было получать алмазы на спавне, только используя клетуса, либо же используя пчеловода. Далее уменьшили частоту спавна Додо птицы и также удалили слайм блоки. Добавили много чего интересного. Сейчас я покажу, что у нас добавили. И также мне нравится вот эта вещь. Волна с банами. Мы добавили волну с банами, которая забанила 20 342 читера. Пока ботаники. И я считаю, что это очень крутая вещь, то, что они решают читеров. Конечно же, мы сейчас посмотрим на это все. Но сейчас я хочу показать то, что есть. Я немного поиграл, у меня уже есть траппер. Ну, мне надо будет купить батл пасс. Ну, в общем, у нас есть титулы. Это как в прошлом батл пассе. Только все, что было в прошлом батл пассе, уже нельзя получить. И, например, вот этого вот пиромантера уже нельзя получить. И всякое другое. Но у нас есть вот такой вот кит траппер. Далее здесь у нас есть куча различных вещей. Здесь у нас есть вот такой вот кит гомпи. Далее кит рыбак. Далее у нас здесь должен быть где-то кит вот этого Джека. И здесь у нас должен быть кит Ареса. Вот этот титул я не хочу, конечно, ставить. И мне кажется то, что это немного похоже на Squid Game, игра в кальмара. Это немного похоже в игру кальмара, видите, это типа треугольник, да? Он очень похож на этого, Гвардина. Но давайте сейчас посмотрим на новые вещи. И я не буду идти в 30v30, то, что добавили, потому что мы знаем, как там играть. И я лучше пойду в сквадс, где будет немного все поспокойнее, и мы сможем иметь хоть какой-то контроль над всем. Вот так у нас выглядит наш интерфейс. Теперь у нас имеется несколько категорий. Блоки, далее сражения, инструменты, далее амуниция и также вот эта вот стойка для варки зелья. Так, выносим этого челика. Бум, и он сейчас убегает. Так, также выносим вот этого челика. Нет! Сюда идет этот лучник. Сейчас мы тогда вынесем вот этого челика в железной броне. Пока, 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 железник. Эй, не выносите меня! Не выносите меня! Нет, 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 все. Окей, у меня есть хил. Теперь я беру здесь железную броню. И сейчас я тогда пойду выносить вот этого зеленого нубасика. Идем сюда. Так, сейчас я его тогда вынесу, все. До свидули. До свидули, челик. Мы здесь вдвоем против тебя. Ты ничего не сделаешь нам. Смотри, смотри на него. Смотри на него, какой наивный. Смотри на него, какой наивный. Сейчас я его вынесу. Давай, давай, давай. Давай. И минус ты, зеленый, давай. Хватит, хватит бежать. Сдайся просто. Так, и минус зеленый. Так, здесь у нас еще один зеленый, который... Этот арчер... Ну... А! Сейчас я тогда пойду на красного, чтобы вынести ему кровать. Так, твоя защита кровати не поможет. Я не понимаю, почему люди тратят свои ресурсы на защиту для кровати. Это такая бесполезная трата, но... Ладно. Бум. И я забираю еще твое железо, почему бы и нет. И также я сейчас тебя вынесу. Бум, минус ты. Смотри на это. И сейчас я такой добуду твою кровать на изичке. Да, мы ее добываем. И что бы ты ни сказал, я просто вот так смоюсь. Смотри на это, бум. Я убежал. Теперь я иду сюда. Нет, у меня слишком мало хп. Вот я сейчас себе куплю броню. И его не вынесу. В общем, сейчас мои тиммейты все сделают за меня. И мне не надо переживать. Вот его вынесли. И тогда мы можем уже идти на мид. Начало неплохое, также сломали уже две кровати, и мы можем выдвигаться на мид. Поинк, тынк. Здесь у нас есть синие, синих будет вынести очень просто, от слова совсем. Да, я сейчас вынесу тогда вот эту девочку, о, черт, у меня 59 хп, 58 точнее. Да-да-да-да-да, и я могу вынести еще эту девочку. И, а, у них же кровати не было, то есть... Получается, мы только что вынесли Тиму. Если мы посмотрим сюда, то у нас осталось два челика. И это все зеленые челики. О, черт, я ненавижу этих автокликеров. Окей, да. Разрабы говорили то, что они пофиксили читы. Ну, да. Мне кажется, что этот аккаунт был создан после волны с банами. Смотри на это.
Почему автокликеры должны быть разрешены в этой игре? Мне кажется, что мы нашли читера. Так, идем сюда. Теперь нам надо вынести вот этого вот кожаного челика. Главное вынести кожаного. Так, мне кажется, то, что мы долго не продержимся. Да. Вау, разработчики! Вы самые топовые! Типа, я понимаю, они могут добавить кучу платных китов, да? Но с вот таким вот поведением справиться не могут. Смотри на это! Смотри на то, как он быстро строится. И ему что мешает просто зайти сюда и нас скинуть? Вот что это такое? Что это такое? Он сейчас будет нас всех выносить. Я могу его спокойно попробовать вынести. Смотри на это профессиональное строительство. Блин. Смотри на это. Мне кажется, что просто его друг-читер здесь не находится вместе с зоной доступа. Все, минус он. Минус этот челик. Давай, я хотя бы один килл должен сделать. Давай. 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 Нет. Сейчас мы отправляемся, чтобы вынести хотя бы одного челика. Ну, типа, вот это вот очень странно работает. Да, посмотри на это. Типа... Что? Окей, ладно. Этот челик невидимый, но он видимый. Для меня он видимый. Ну, разрабы не сделали нормального античита. И теперь здесь две невидимки просто нас выносят и фрагают. Вау, я упал в пустоту. Но это уже мои проблемы. Вау, что это за рич? Смотри на это. О нет, он прямо впритык ко мне находит. В общем, со всем этим, я думаю... Стоп, мы выиграли? Окей, значит, мы профессионалы, мы выиграли против читера, вау. А поэтому как-то так, я буду пытаться зафармить все вот эти вот киты, которые добавили, и буду делать по ним видео. Это был Крикуб, всем большое спасибо за просмотр, и всем пока.